месяц, нет час, месяц. В месяц, 7,5 долларов в месяц. Это был 1993 год. И поверьте, очень тяжело ставить мечты с такими доходами, правда? Но 31 год я был на подобном мероприятии, и я поставил себе за цель 40 лет иметь активы на 100 тысяч долларов. В тот момент у меня была зарплата 50 долларов в месяц. Это было крайне тяжело. У меня рука трусилась. Это было практически невозможно. Но мне тогда понравилась очень одна фраза. Я не буду сейчас называть фамилии, кто выступал. Просто очень одна фраза, возможно, она вам поможет. Все успешные люди в мире, они мечтатели. Но не все мечтатели становятся успешными. И мы сейчас все пишем свои мечты. Мы мечтатели сейчас. Но не все станут успешными. Все будет зависеть от количества действий, простых каждодневных действий. Станем ли мы успешными или нет. Конечно же, в 31 год я написал эту цель. Так вот, к моему удивлению, в 40 лет я достал эти записи. И в 40 лет я за год заработал больше того, что я хотел за всю жизнь. И это работает. Просто надо в это поверить. И то, что для вас сейчас, возможно, выступали за долгосрочные цели, я скажу, у меня краткосрочной цели зимой в октябре уже закрыть серебро. На всего год и два месяца в этой компании. То, что для вас среднесрочная цель, для кого-то краткосрочная. То, что для вас долгосрочная, для кого-то среднесрочная. Но нас всех, я давно уже понял, объединяет одно. Всех, со всех стран. Мы все хотим жить лучше. У нас точно такие же руки, ноги, головы. Как у президента, у премьер-министра. Мы все хотим жить лучше, правда? Поэтому, естественно, ставьте цели. Но я хочу, не буду я о своих целях говорить, я вам хочу сказать, возможно, глобальную цель, которая нас всех объединит. Да, мы хотим тоже иметь благотворительный фонд, находить детей с очень маленьким доходом, чтобы развивать их таланты, талантливых. Нас много очень. Но у нас есть одна цель, которая, возможно, я надеюсь, что всех объединит. Лично я за 20 лет опыта сетевого бизнеса уверен, что компания LR – это самое лучшее предложение, которое сейчас существует у наших рынков. И мы это пока говорим как лучшие инструменты, лучшие продукты, лучший маркетинг, лучшая эта концепция. Да? Но по факту мы еще не номер один в мире. Вот у меня есть большая мечта при нашей жизни. При вашей жизни, то по факту, то 500 компаний было мира, LR была на первом месте. По факту. И для этого у нас есть наша маленькая, большая глобальная цель. Чтобы наша команда делала 1 миллиард евро товарооборота в год. И это немного, потому что если есть 50 команд, это будет всего-навсего по 20 миллионов. То есть это все очень легко рассчитывается, если мы знаем, чего мы много хотим. И вот этот путь, который мы решили пройти для себя, мы расписали на долгие годы. Он определяет вот это событие, которое дает нам эту жизнь. Я начинал с одного выражения, закончу одним выражением. Что такое жизнь для нас? Жизнь – это не количество вдохов и выдохов, а количество событий, которые захватывают дух в этой жизни. Спасибо.